доцента. Встречайте, Павел Степанович. Здравствуйте, друзья. Очень приятно вас видеть, очень приятно, что такая инициатива, да, и фестиваль. Нас здесь собрал, и я хочу сказать мысль, которая пришла мне буквально сейчас. Чем мне нравится работа, потому что я благодаря этой работе вижу столько красивых женских лиц, да, красивых женщин. И моя сегодняшняя тема, вот я хочу приборить ее стихами известными, стихами красивыми. Ты женщина, значит, ты актриса. Тебе 100 линций, 1000 Дальше. Вы знаете, я хочу вот здесь остановиться, потому что мой мастер-класс от девочки-королевы – это о 4 ролях, которые кому-то хочется исполнять, кому-то нужно исполнять. Да? Девочка, любовница, хозяйка и королева. И в эти роли отображают, возможно, даже всю жизнь, потому что первая начинается, да, королева не становится, вы становитесь уже в более зрелом возрасте. И иногда между ними есть какие-то противоречия, какие-то ощущения, что я вот этого не хочу, а вот в этом я не реализовалась. И метод системного модельера позволяет посмотреть на это со стороны, позволяет прочувствовать как тому, кто поднимает, как и всем остальным участникам, эти энергии. И что с этим сделать, возможно, да, как-то сгармонизировать все, что нам приходится, вам приходится в жизни делать. Приглашаю вас на... И есть такое направление расстановки, семейная системная расстановка. Вот мне интересно, для того, чтобы сориентироваться, что пока, ну, есть лимит времени, что показывать, что нет, чтобы не повторяться для кого-то, то кто был на расстановках, имеет представление, подарите мне. Я вижу, там двое, насколько я помню, двое, да? То есть, в принципе, я тогда коротко скажу, метод существует уже достаточно давно, имеет корни в том числе, да, если духовой работы психограммы, и разновидности. Основательный немец, Бергер, и мир точно активно эволюционирует. Распространяется по миру, и, естественно, каждый мастер, который к этому моменту присоединяется, он вносит процесс изменений. Поэтому, в принципе, моя официальная специализация – это мастер системного моделирования. Тот человек, который в Украине, у которого я учился, он переименовал, да, не внес свои изменения и назвал это системное моделирование. Особенность этой техники в том, что она позволяет очень быстро самому человеку узнать на самом деле, а где же его проблемы. Потому что чаще всего работа групповая, и индивидуально начинается, ну хорошо, вот вы пришли, у вас же есть какая-то тема, и расскажи, касается глубинных бессознательных причин. Человек понимает, что у него что-то не так, да, ему может просто рассказать, у меня вот это не получается. Ну, например, у меня в работе там неудачи, бизнес там крушится. Или вот, вот с учетом дальше и глубже очень сложно. А здесь есть возможность это определить различными техниками. И сейчас я хотел бы спросить у вас, да, должен, как нужно, как важно. К сожалению, большое количество здесь, но, к сожалению, я говорю, к сожалению, что время, что да, я не смогу, наверное, сделать это для всех, но есть то, что я задумал, да, то, что я буду показывать. Но есть интересный очень эффект в этой технике, что те, кто наблюдают, сами они вроде бы этот вопрос не ставили, а может даже и не собирались ставить, почему-то у них есть нешевание, соответствующее дающее техники. Но все равно я хочу спросить каждого из присутствующих, что вы хотели бы от этой встречи, общения со мной, ожидания.